Дин, темно у нас здесь. Дин качает на каруселях, вернее, на каруселях. Совсем с ума сошла. Всем привет, привет. Наш Баю здесь. Мы пошли прогуляться чуть-чуть. Вчера и сегодня, да, вот до вечера почти лил дождь. И, знаете, на улице тепло, вообще тепло. Ну, Динас вон был этот, без рукавки такой куртки. Вайс вообще снял свою куртку. А я тоже в своей этой самой такой кофточке, вот она, да, вот такая вот. Такая тепленькая, но она все равно такая. И вообще жарко, я даже не изжарилась. Пойдемте гулять по магазинам. Мы сейчас пойдем туда, в таун, да? Там называется, у нас центральная улица называется Ермол. И пойдемте по магазинам. Вот видите, как у нас, видишь? Церковь у нас. И пойдем гулять. Там супермаркет. Здесь детский сад. Вот здесь вот, да, сзади детский сад, вот это все, да? Детей в садик возят сюда. Вот так вот. Что-то, если видно, смотрите. И пойдем погуляем. Динку катается.
А здесь продают салепи. Салепи – это такой вкусный напиток греческий, сделанный из луковиц дикого, такие луковицы дикого растения, которые растут в горах. Натуральный продукт, очень вкусный. Кто приедет в Грецию, попробуйте. Называется салепи. Здесь бисби. Мы что-то не пойдем. Здесь хлоумы. Пар. А здесь жарят эти колобоки. Кукуруза. Хочешь кукурузу? Пьёфес авто? Дин захотел кукурузу. И каштаны. Вот как у нас жарят на улице. Как называется так, колобоки, кукуруза. Дин, будешь кушать кукурузу? Собака. Собачка. Да, каштанового угостили. А, окей, просишься, осторожно. Ну-ка. Руки мажи. Ну, остино, вкусно. Вот так. Эхис. Сегодня, наверное, хватит.
В следующий раз я еще сниму вам какие-нибудь магазинчики, в которые мы зайдем. Вот. Так что так. Дин, скажешь всем пока. Пойдем сейчас в машину. Или еще куда-нибудь, если что-нибудь куда-нибудь пойдем, я еще вам засниму. А так по магазинам мы чуть-чуть пробежались. И все. Скоро у нас будут распродажи. Один день. Ваю. Ваю. Я мерею, у меня до их тоже, я тут и кембрю, я тут юрты. Ага, 7-го, что-то, короче, через месяц, где-то через 7 декабря будет у нас в нашем городе большие празднования, да? И будет очень всем, как чуть всех попросили, всех магазины, все, чтобы всем снизили цены, чтобы все приезжающие, окружающие, кто живет рядом здесь, да? Чтобы был большая-большая распродажа, кто сейчас называется здесь, и будут большие празднования в тавернах, в ресторанах, ну, я не знаю, короче, ну, какой-то праздник будет, уже объявили об этом, и Волос ждет очень-очень большой напрыв народа, так что приезжайте сюда к нам, будут празднования какие-то, ну, не знаю что, потом я вам скажу, конечно. Ну, все, всем пока-пока, всем до встречи.